Здравствуйте, товарищ. Представляю вашему вниманию выключатель с карточкой доступа. Попалось мне сие изделие в уценке, в коробке с уценкой в одном из магазинов у нас, а именно в Электросвете, несколько лет назад. Вот в гараже на него вновь наткнулся. Приобретено было исключительно из научного любопытства, ну и там за бросовую цену, в общем-то. Шел он вместе с двумя, в комплекте с двумя карточками для его использования. Вот так вот сие выглядит. Так-с, карточки доступа к выключателю. Если заметили, выключатель Макел, никогда ничего ранее подобного мне нигде в обороте не попадалось. Декоративная накладочка, рамочка отсутствует. Так-с, кому интересно, маркировочка. Может быть, по ней что-либо будет биться. А, ну задействовано только лишь два контакта. То есть, вот эти вот не подключены. Что за серия, не скажу. Какого года, не скажу. Но работает сие... А, в нем даже есть встроенная неоночка. Я сейчас... А, вот еле-еле тлеет. Через него сейчас последовательно подключена лампочка по соседству, которая тоже слабо горит. Вот, видна неоночка и лампочка. В общем, предполагалось, что вот этой карточкой к этому выключателю, вот так вот, допустим, проходя мимо, включил, что надо, уходя, выключил, забрал с собой. Решение настолько же интересное, насколько и абсурдное. Если... А, клавиша... А, вот это вот карточка доступа, так сказать, перекрывает неонку при всовывании, ну и нажимает там клавишу. Очень интересное изделие с научной точки зрения, но абсолютно бестолковое с точки зрения применения. Где сие чудо можно применить, ума не приложу. Ну, если у кого есть какие-либо догадки, домыслы, как это называется, ссылочка, может быть, ссылочка на каталог с полным названием исходным такого девайса, может быть, и с описанием. Если кто-то знает, кто-то видел, пишите в комментариях, будет интересно почитать. А на этом пока что все. Если кто-то увидел такое впервые и был удивлен, а может быть и слегка шокирован технологиями предыдущего столетия насчет карточек доступа к клавишам, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите дальнейших интересных видеотем. Всем до свидания, конец связи.